На календаре середина лета, самое время отправляться на море. Вопрос, какое выбрать, черное или азовское, перед многими славянцами не стоит. Они уже давно сделали свой выбор в пользу азовского побережья. Почему, расскажут наши корреспонденты. Меньше часа в пути, и вы уже на море. Вас встречает чистый и благоустроенный пляж-кемпинг «Оазис». Для комфортного и приятного отдыха здесь созданы все условия. И это не просто слова, это мнение самих отдыхающих. Со Славянска на Кубани мы приехали, отдыхается очень шикарно. Пляж чистый, все культурно, уютненько, нам очень понравилось. Для отдыхающих на берегу моря установлены зонтики и теневые навесы, лавочки, оборудованы питьевые фонтаны, душ. Работает магазин и кафе. Дети могут покататься на квадроциклах, катамаранах, батутах. На пляже «Оазис» позаботились не только о комфорте отдыхающих, но и о безопасности. Здесь круглосуточно дежурят спасатели, полицейские, работает медицинский пункт, оснащенный всем необходимым. Для оказания неотложной помощи. Ну, в пределах нашей нормы, как для скорой помощи, точно так же у нас. Имеются носилки, стул для инвалидов переносной, ну, капельница имеется при неотложной помощи. Если нужно, чтобы человека транспортировать, мы делаем капельницу, подключаем его и передаем скорой помощи. Главная достопримечательность автокемпинга «Оазис», собственно, ради чего сюда ежегодно приезжают тысячи отдыхающих – Азовское море, которое еще называют «ласковым». Его небольшие глубины у побережья, ракушечные пляжи – это прекрасное место для семейного отдыха с детьми. А что его самое хорошее море? Вода чистая, теплая. Это очень хорошее место для отдыха. Многие отдыхающие, приехав на день, остаются на все выходные. Семья Лутаевых приехала из Ставрополя к родственникам. Решили съездить на море. Выбрали то, что ближе, и ничуть не пожалели. Арендовали домик и теперь наслаждаются отдыхом. Арендуешь на сутки домик, как бы подвозят куда хочешь, к морю, не к морю. И сидишь, кушаешь тут, отдыхаешь. Вот мы сегодня с ночевкой приехали в этом домике, будем ночевать, как бы. Первый раз, да, у моря будем ночевать, как бы. Завораживающее, как бы, ощущение такое. Хорошо, в общем. Некоторым отдыхающим одного или двух дней на море мало. Поэтому они разбивают настоящие палаточные городки и живут здесь неделями. Семья Макаринских из Краснодара о пляже «Оазис» узнали из интернета. Впервые приехали в прошлом году. Теперь отдыхают только здесь. Единственный минус – это комары. Но и от них нашли спасение. Мы здесь живем, мы здесь ездим на неделю, может, на две. Каждые две недели мы сюда ездим. Ставим вот палатки, две палатки, там одна трехместная, другая четырехместная, и шатер. Там кушаем вечером, чтобы комары не грызли, и все. Отдыхается очень хорошо. Тут море хорошее, чистенько, очень хороший сервис, все хорошо. Говорят, хорошо там, где нас нет. Побережье Азовского моря опровергает эту поговорку. Здесь всегда хорошо. Анна Монастыренко, Александр Косицын, Александра Тимовская. Программа «События».